Моя Наташка стоит, кого-то ждет. Я так рада ее видеть. Машу ей рукой, а она мне не машет. А ну-ка, я бегу к ней. Так, мало того, что она неизвестно куда идет, так она еще и с тортиком. Иду расследование. Куда моя подруга собралась? Тайна какая-то, покрыта мраком. Где мое такси? Так она еще и на такси, мамочки. Ну, нет. Долго ждать придется. Итак, мои дорогие, она села в такси и отправляется куда-то. А я за нею слежу. Ага, вот она куда приехала, а меня с собой никто не звал. Что мне это делать? Пойду за ними. Блин, ворота закрываются, надо влезть в щелочку. Та-та-та. Пошли они куда-то. И я за ними, за ними. Блин, они меня увидели наконец-то. Вот так вот. И я с ними заодно увязалась в гости. Деда. Тут огурцы в бочках. Какая помощь-то? Какая помощь? Тут огурцы в бочках. Ну давай, давай, ведро бери. Ты хоть ведро поставил. Какое ведро? Я буду вам помогать уважать. Давайте, давай. Я прям там подол. Подол, да? Если что, я прям подол. Конечно. Побольше, побольше, побольше. Правильно. Побольше. Ой. Правильно. Там Танюха где-то собирала, я не знаю, туда. Наверное. Вот как хорошо, приезжу в гости в чужой огород и бери, что хочу. Да. И главное, что а? Можно чужой, ничего не упадет. Нет, конечно. Наоборот, скажу, хорошо. Все, Наташа, я наложила с собой добро. Поехали домой, поехали домой. Поехали, поехали. А ты что ты кладешь? Давай съедим его. Конечно, грязный. Наташ, Наташ, давай, никаких... Наташ, да. Найди, почти. А он чистый, чудо. Да, спасибо. Нет. Какие огурцы! О, Татьяна Кузьминична, хорошие огурцы. Да. Куда вы идете, девочки? Что, все собрали, что ли? Это я. Ну, конечно, некоторые в себя вложили. А некоторые так несут. Нашла, наконец-то, погребок. Берем вот это. Берем вот это. Вот это берем. Здесь столько всего. Я, пожалуй, никуда ничего не берем. Мы здесь остаемся. Наташа. Вот так вот, а у нас уже тут тусовочка, вот такая вот, и погнали мы. Татьяна Кузьминична? Ты целый фильм снимешь. Да. Че, привет, Татьяна Кузьминична, будешь коллегам передавать, я же отсылаю. Привет, всем привет.